Здравствуйте, уважаемые зрители! Предлагаю вашему вниманию очередной бой в режиме 2 на 2 на 2 на 2. То есть 4 команды по 2 игрока в каждой тиме. Со мной в команде попался Марч за ультрамаринов. И я, вот собственно я, за космодесант. Так, против нас в команде Скай за Некронов. Он играет совместно с Ликвид Кураж, тоже за ультрамаринов играет. Так, дальше Бояре за Эльдаров. У него в команде Нуби Нубиш за Спейс Маринов, Темных Эльдаров. И последняя команда Вардман за Имперскую Гвардию. И еще один ультрамарин Кейн. Очень много ультрамаринов в этой игре. Ну, советую досмотреть игру до конца. После этой игры у меня просто рука затекла. Невероятные битвы, невероятные моменты. Надеюсь, вам понравится. Немного вначале проспал тут Марч. Пишет, что будет чечиться. Прикроешь меня. Игроки все хорошие. Вот Марч, он постоянно играет только на этой карте. Бегу я захватывать реликтовую точку сразу, потому что она ближе к моей базе. Я ему ответил, как ты собираешься течиться, если спишь? Тут захватывает Liquid Courage реликтовую точку в центре. Подбегаю я к командорам, чтобы дефать эту точку. Тут имперец собирает Вардман реликтовую точку. И еще одну реликтовую точку забирает у нас Нуби Нубиш. Эльдару не так уж это важно. Пытается Эльдар тут захватить точку в центре. Мешает ему Кейн. Начинает выводить воинов тут Некрон. Отдефал точку Эльдар от Кейна. Тут видим невероятные тактики. Две турели, один пехотный штаб. Тут смещение идет от Ликвид Куража. Ставит уже технопортал Эльдар Тараса, которая быстрее всего выходит в Т2 и может быстрее всех сделать технику, то есть лордов. Натыкается тут Марч Некрону, убивает его разведов. Я понимаю, что там пехота стоит, значит будут атаковать вот самые беспонтовые позиции, когда 2 на 2 на 2 на 2 играете. Это вот моя марча, потому что мы отрезаны друг от друга. И Некрона тоже беспонтовый рез, потому что вот две команды пытаются снести в первых минутах друг друга.
пока союзник не успел прикрыть. Тут я отхожу командором к точке. И идет атака на Марте двумя пачками воинов Некронов и лорда Некронов. Первый глайдер у него готов. Я тоже только-только строю храм бога машины, так как я выводил командора. Пока они идут атаковать Марча, я бегу к командорам ломать ему точку центральную, реликтовую. Ликвид куража. Марч пишет у него, что двое. Я пишу ему, держись. Прибегаю, прилетаю пока что одним глайдером. Вторую на подлете. И прокачиваем осколочные гранаты, чтобы раскидать всю эту пехоту. Делает ракетную установку тут. Space Marine. И теряю я глайдер свой. Еще глайдер мой прилетает. Тут 5 лордов сделал бояре. Поставил еще оплот веры на базе Эльдара. И мы тут совместными усилиями прогоняем всю эту пехоту. Видите, глайдеры осколочными гранатами просто всех раскидывают. Можно сказать, атака не удалась. Т3 имперец. Оба те через думали, турели защитят их, но только не от лордов с копьями. И сразу глайдерами перелетаем гору и идем на Некрона. Я тут командором бегу разрушать ему точку. Еще делают Space Marines. Liquid Courage. Лорды не прорвались. Пишу, давай ломать моно, но вспомнит то, что у нас осколочные гранаты, а не антитеховые ракетные установки. Мы могли только пехотой разбираться. Лордов, походу, уничтожили. Мы разбираем точку тут. Выводит он бессмертных, но когда слишком много тут глайдеров, 8 глайдеров летают,
просто отряд мы сразу выносим. Расстреливаю тут генераторы, скоробеев. Ну, все, что можно разрушить, разрушаем. Бежит на подмогу своими спейсмаринами. Тут я забыл про командора. Что-то стреляет через болтера. Забыл перенаправить на ближний бой. Ставит на базе Кейна свой монолит Sky. У меня уже Т3, вот Т4 качается. И центр орбитальной связи. Скидываю дредноута, чтобы поломать монолит. Тут Кейн бегает туда-сюда, не может понять, куда ему пойти. Своими двумя пачками Space Marine. Я тут снял точку Space Marine и захватил. Летит своими самолетами дефать базу. Двумя пачками пытается снести оплот Веры. Непонятно, как он собирался это сделать. Ну, скидывает тут все же жеватели своих Necron Sky. Я скидываю своих штурмовых терминаторов. Вижу ближний бой. А тут доламываю ему базу. Тут молотком пытается сломать запретный архив мой командор. Тут уже 4 турели, часовые. Думал, еще, наверное, лорда не пойду. Столько ультрамаринов, что путаюсь. Это Liquid Courage. Кейн это сверху. Перелетает сразу на следующий респ. Пытается теперь сломать своими самолетами. Я тут заодно захватываю точки. Бегу своими штурмовыми терминаторами, дредноутом. Надо было сразу. У меня вышел, кстати, ленд. Видите, очень много ситуаций на карте происходит. Просто не следить за всеми. Тут Марч пишет, почему ты захватил два реликта. А я отвечаю, я отправил на декап разведов и забыл про них, пока я ему помогал. Видите, не хватает английского, чтобы полностью ему объяснить. Ну, как мог, так я объяснил.
А дальше это его проблема, понимает он меня или не понимает. А то пошло, он по-русски не умеет разговаривать. И лендом идем атаковать базу Ликер Куража. Тут вышли две пачки бессмертных, как антитех у Некрона. Перепрыгнул в лорд, чтобы повязать моих штурмовиков. Я сажусь в ленд, отъезжаю. И теряет он лорда тут. Тут Ликвид Кураж скидывает дредноутов. Последние попытки уничтожить главку, но все-таки не успокоится никак. Тут потихоньку Ильдар прорывается. Очень неприятные темные жнецы. Стреляют далеко. Ильдар на этой карте имба, можно сказать. Сношу сразу главку. Бегу уничтожать монолит своими дредноутами. Вот, пацаны сами проатаковали и в ответ проиграли. Некрон все, вышел из игры. Тут скидывает своих терминаторов Нуби-Нубиш. Совместно с Ильдаром прожимают гвардейца и Кейна. Сломали марсиански. Еще дредноута скинул. Марч пишет лол. Смешно стало. Я спрашиваю, что случилось. Он пишет, это ТСМ сбросил мне дреда. Ну все. И Liquid Courage тоже поиграл. Выходит из игры. Тут построил свой портал Ильдар. Тем временем у меня на базе вторая главка строится. У Марча пока что одна. Самолетами помог он мне. Ну, получается, и Некрона, и Ликвид Куража я снес практически один.
Я ему пишу, вот этот вот реликт твой. И тут Марч через мою базу перепрыгивает на базу. Ну тут, видите, три армии встретились друг с другом. Это Кейн, Варлорд в одной команде. Ну и Нубис своими дроидами, тут что делать непонятно. И я еще тут скину. Пишет назад, Эльдар. Я тут подъезжаю своим лендом. Смотрю, что да как. А Марч захватывает реликт, что ему надо было, чтобы вывести ленд. Тут Марч сразу тоже перепрыгивает. Мы-то не знали, что Нубинубиш пришел отсюда, справа. Как бы окружили ленд, думали армию с двух сторон, он отсюда прыгнул. Я с этого края иду, разрушаем ленд. Кейн спасает перца. Кстати, тут стояло авто, то есть Кейн с имперцем Вардманом, они были в команде. Тут Некрон, Эльдар что делает? Перепрыгивает на базу, где пусто, и начинает сносить точки и снимать у меня их. Построил тут свой портал. Я замечаю, что Эльдар вот тут совместно с Нубинубишем сносили этих двоих. И предлагаю Маршу отступить и сначала разобраться с Эльдаром, потому что Эльдара, если вначале не остановить, потом он застроится везде и будет прыгать по всей карте ходить. First kill Eldar Steam. Сначала надо убить команду Эльдара. Он соглашается. И Эльдар на халяву захватывает край. По закону принадлежащий мне. Немного сглупили, надо было сюда разведчика сначала пустить, что да как посмотреть. Потом, когда мы уничтожали тут ликвид куража, можно было перепрыгнуть и уничтожить Эльдара, пока они там находились. Эльдар-то не просто так его уничтожит, он все равно где-то у него портал останется. Внутри будет у него
строители. What is your will? Whirlwind artillery tank deployed. Marine squad deployed. Marine squad deployed. И тут ставят портал, видите? Чем больше карта, тем эльдары сильнее. Очень мобильные, перепрыгивают везде. Тут свою главку ставит. Нуби-нубиш. Смотрите, куда он перепрыгнул. Пытается тут поставить свои звездные врата. Я тут ставлю на всякий случай свою главку. И понимаю, пока Ильдар там бегает, надо сносить ему ту базу. Иду я в атаку. А Марч перепрыгивает сюда, к Нубинубишу, но видите, его ждал тот сюрприз. И теряет он свои войска. Тем временем тут вижу две огненные призмы, которые неплохо как антитех разносят мне ленд. Не добежал мой дредноут. Прыгнет к ним на базу, говорит. Своей техники только приезжает тут Марч, он его снова встречает Нубинубиш. Сбрасывает десант тут своих дредноутов. Но Нубинубиш уже новая, извиняюсь, у Марча уже готова новая армия. Только ракетных установок почему-то нет, один тяжелый болтеры.
А тут два друга вот засели на верхнем респе. Им двоим хватает один респ. Как только им ресурсы хватает. Так, раз, два. Ни одной точки нету имперца. Продолжается сброс десанта от Нубинубиша. Тем временем у меня уже новый ленд. Пытаюсь тут прорваться через центр Эльдар. Приходится мне сдерживать их. Вихрь у меня стоит. Кидаю в орбитальный удар. И Эльдар теряет тут свою армию. Раскидал я его. Пишу я, помоги мне Марчу. Пишу ему, Эльдар потерял армию. Нужно быстрее сносить. Он пишет, иду. Спам лордов продолжается, видите, с копьями лорды быстро уничтожают технику. И снова мне сносят ленд. Очень неприятно. Просто лорды своими копиями жестко работают по технике. Тут ленд подъезжает у Нубинубиша. Десантировался в Библиарию, чтобы добавить его стрелковым терминатором. Врубаю сразу игроку неуязвимости. И тут ломают ленд и марчу. И видите, такие качели идут. Хожу я сюда, сливаюсь. Я прыгаю своими терминаторами, оставляю остальную пехоту, спасаю элиту первым делом. Сбрасываю дредноута, чтобы отход прикрыл. И убегаю. Баганули у меня тут штурмовые терминаторы. Видели? На месте стояли, потом сюда телепортнулись. Вот вроде бы телепортировался. Но один остался, и они остались там.
Делаю заново телепорт. На этот раз удается. Тут два хищника стоят у Марча. Мой лэнд подъехал. Пытаюсь я обратно захватить свою реликтовую точку. Надо было лишать Эльдара тут точек, чтобы он не спамил ничего. И обратно иду захватывать свои точки. Тут подхожу к командору, кидаю орбитальный удар по всей пехоте. Всевидящий совет получает звездюлей от вихря. И ломаю ему тут точки, главку. Сломал ему сразу звездные врата. Понимаю, что тут у него есть звездные врата возле точки. И бегу его ломать. Тут снова Ильдар перепрыгнул ко мне на базу. Я не заметил это, поставил врата. Крысиный бой такой. Пока бегаешь тут, сносишь. Тут, кстати, он через врата выпрыгнул, пытался тут уничтожить мой стрелковый отряд. Я сбрасываю еще одного дреда, чтобы повязать. Вот видим, скидывают десант. Я пока не вижу этого. Тут ломаю ленд. В центре нуби-нуби своим лендом что-то приехал ко мне. И вот идет сброс на мою базу, атакую вдвоем. Он Марч пишет, иду. А я возвращаюсь своей пехотой, лендом. Но ленда по дороге разбирают лорды, которые быстро разбирают, если что. И настали тяжелые времена. Теряю я базу, здание за зданием, теряю свои генераторы.
ресурсов пока еще хватало. Тут я захватываю точки. Бегут два дредноута, которые сносили тут нижний респ. Я тут не обнаружил портал. Видите, как он ставит. А тут, пока не меня атакуют, Марч сносит базу Эльдара. А база Эльдара так больше нигде нету. Я тут неправильно написал. I lost base. Я потерял базу. Но у меня главка оставалась-то на базе Мувмарча. Так что игра еще далеко не закончена. Тут бегу своими стрелковыми терминаторами помочь Марчу сносить. Тут Нуби-Нубиш пытается отвоевать этот респ. А тут два друга все еще стоят. Смотрите, что они делают. Тут понастроили они. I command in the name of the Emperor. Но армия-то у Эльдара осталась, базы нет, но армия есть. Marine squad deployed. И они теперь идут сносить базу Марча, понимая, что и там стоит моя главка. Я начинаю спамить ту пехоту, но ресурсов хватает. И начинаю спамить дредноутов, потому что у меня пока что только-только Т3 идет. Мы тут приготовились перепрыгнуть на базу Нуби-Нубишу. Пишу ему go, он перепрыгивает. Я следом. А тут дредноут, пехота, спам идет. И начинаем сносить теперь Нуби-Нубиша.
пишет ГГВП, нуби-нубиш и сливается. Остался единственный Ильдар со своей пехотой, но без базы. Не вышел он, потому что у него имеются звездные врата. Марч и я начинаем искать по всей карте. Тут были. Я бегу к себе на базу, чтобы обратно все захватывать. Походу сразу снимаю точки. Consolidating position on the objective. Ломает свои здания Эльдар. Я ищу портал, откуда он напал на меня. Он тут уже уничтожил. У него тут остался. Position secure. И выходит из игры. Бояре. Я отстраиваюсь, захватываю точки заново. Куча дредноутов у меня. 6 дредноутов. И остались эти двое на одном респе. Пацаны почти что 30 минут стояли АПК. I am the Emperor's will made manifest. Скриншот, что ли, сделать? What is your will? On your guard, Marines!
What is your will? Все готово. Пытается тут перепрыгнуть марш. Мы не знали, что там еще происходит. Я тут иду своими дредноутами, думаю, 6 штук, куда сейчас разберу. Ну, ага, себе. Тут вижу кучу тяжелых вооружений, которые засели. Пытаюсь отсюда перепрыгнуть. Тут куча мин, куча турелей. Взрываюсь на минах и дают мне стрелять. Марча снесли. Что-то сагрились мои штурмовые терминаторы, которые тут стояли. В режиме атаки стояли. И нахватали звездюлей от тяжелого вооружения. И стрелковые тоже подохли тут. Успел я сбросить один дрэп. Я в шоке просто, увидев это, пишу what the fuck. Нельзя вот так ставить тяжелые вооружения все вместе, потому что орбитальный удар, если кинуть по ним, могут подохнуть все сразу. Так что их нам нужно ставить подальше друг от друга. Все это время они могли просто выйти с базы, захватить обратно этот респ, захватить реликтовую точку. Почему они сидели там и ничего не делали, непонятно. Очередная атака от Марча. Кидает он орбитальный удар.
Решаю я больше не ломиться, а потихоньку с краешку их убивать, носить. Потому что рано или поздно у них ресурсы-то закончатся, а вся карта принадлежала почти нам. Вывожу черепок, чтобы подсветить. Taking damage. Marine squad deployed. Начинаю я расстреливать вихрем, но он заряжает меня. Шейкера. Ставлю вихрь я тут и начинаю расстреливать. Пишу я пацанам nice gameplay, вы два профессионала. Очередная попытка от Марча. С другой стороны пытаюсь я тут прорваться, но натыкаюсь. Эти тяжелые вооружения опять. И орбитальный удар такой, знаете, бракованный. Теряю я тут всю свою пехоту.
Продолжаю я сбрасывать дредов. Так, следующий был мой дред. Теряет свой лендрайдер. Василиски просто надоели. Всю пехоту уничтожают. Тут мало осталось тяжелого вооружения. Перепрыгиваю своим терминациям. Скидываю дред, включаю обилку Юбиари и начинаю расстреливать тяжелое вооружение. Пока Марч тут разбирается с тыла, я прорываюсь через передний парадный проход. Сейсмы удары эти от василисков просто от пехоты только он потроха остался. Продолжает забрасывать тут матч. Немало шороху навел. Это все равно просто дело времени было уничтожить их. Они проигрывали нам по ресурсам. Кидаю еще один дальний удар. По василискам, по тяжелым вооружениям. Неплохой орбитальный удар. И иду дредноутами. Нужно было сломать эти василиски. Ну, вперед пробрасываю дредноутов. Тут с Марчем разобрались. А, потихоньку спереди продвигаемся. Лишаю ресурсов. Утекаю в точку. И бегу дредноутами. Нужно было ломать василисков. Я вот перенаправил, они пока тут развернутся, пойдут. Василиск. Едет новый ленд.
heavy fire! Marine squad deployed. Marine squad deployed. Strike them down with all your might! Тут были мины, я не видел. Чипа не было. Вот дебляри прилетел. Я увидел их. Любая вилка Библиария неуязвимости. Кидаю орбитальный удар еще. Немало времени заняли у нас эти парни. Такой вот замечательный бой. Давайте счет смотрите. По армии Марти набирает 5390. Я набираю 3720. Убито Мартием 422, потеряно 547. Мною 323, потеряно 328. Уничтожено здание 77 у меня, 124 у Марти. Потеряно здание у меня 28, у Марти 20. Размер армии 603, у меня 392.
по ресурсам у нас топ-1 марч. Самый технологичный тоже марч. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем удачи!